Довольно странная картина для поселка. Молодой человек с непонятной палкой идет по улице и что-то себе там бормочет. Да у него наверняка фляга свистит, подумают местные, кидая вслед недоумевающие взоры. Но нет, с парнем все в порядке. Просто в Емельяново пришел прогресс. И теперь у них есть свой видеоблогер. И это, конечно, сенсация. Привет, Иван. Ну что, сегодня мы наконец-то получили твой комплекс, которым тебе предстоит работать. Давай посмотрим. Да, вот это соединение. О, отлично. Нас видно. Замигало. Отлично. Значит, запись пошла. Все, вот пошла запись, да? Супер. Иван Матюнин впервые берет экшн-камеру в руки. Композиция, горизонт, золотое сечение. Всем этим мы решили не грузить будущую звезду, а просто и наглядно постарались объяснить, как хорошо, а как не очень. Удобно, что с нами всегда есть профессиональный оператор. Есть у кого спросить. Особенность этой оптики – так называемый параллакс прямых линий. Чем она ближе, тем она начинает вертикали ломать. Ага, понял. И делать их, ну, такой эффект рыбьего глаза. Вот этого вот в кадре, вот чем меньше, тем лучше, потому что, ну, реально голова болит человек, ну, когда ты будешь смотреть. Более статичное, да, что-то? Вообще так нельзя. Вообще, да. Сюжет рождается на монтаже, старое, как телевизионный сигнал, правило, работает и в видеоблогах. Поэтому мы устроили Ивану встречу с режиссером Виталием Лукьянчиковым, настоящим динозавром от телевидения. Это сейчас у него трансляции на весь земной шар, а вместо монтажного стола уютные мониторы. А ведь он застал еще те времена, когда до того, как начать монтировать новости, кинопленку нужно было проявить. Согласитесь, неплохо сохранится. Монтаж? Где начинается? Правильно, в голове. О, а тут у нас была зима и пришла сразу осень. Все, все расставило. Съемка с одного, как так? Вот здесь ошибка, здесь должен был быть какой-то крупный план. Какой-то, по сараю какой. Кусок дома, окна, я не знаю, пушка там, флаг. Ну вот, теперь Иван почти готов начать свою видеографию родного Емельянова. Нам осталось лишь определиться с темами. Хорошо, культура понятна. Что еще? Животные. Животные. Есть у нас ипподром, всем известный, большой. Большой Емельяновский один ипподром. Из в Сибири. Будешь снимать ипподром, обязательно как можно больше крупняков лошадей. Прям старайся камеру подносить вот мордочкам, потому угу. что это прикольно. Мир замер в ожидании Ваниных постов, а Емельянова теперь сможет узнать каждый. И мы с нетерпением ждем его первых работ, которые начнут появляться уже со дня на день. На самом деле мы снимаем влог про эту замечательную собачку. Зовут ее Зинка. Ну все, занялась своим любимым делом. Рассказывать мы будем о моем замечательном поселке, в котором я живу, родился, люблю его, Емельяново. Ну, собственно, что получится, смотреть вам. Виктор Самусенко, Андрей Панкратц. Новости.